На минувшем заседании члены Ленинской районной ассоциации председателей советов многоквартирных домов подвели итоги работы за 2 года, поставили цели на будущее и переизбрали председателя. В этом году районной ассоциации исполнилось 4 года. За это время число участников общественной организации возросло до 70 человек. И цифра эта постоянно растет. Единой командой члены ассоциации решают насущные вопросы сферы жилищно-коммунального хозяйства. Я очень признательна своим коллегам, что они неравнодушны, что им не все равно, что они готовы принимать участие, еще более активное участие в общественной жизни нашего отделения, нашего округа, нашей Московской области. Будем работать. Мы наведем порядок в сфере ЖКХ в Московской области. На итоговом заседании членам ассоциации предстояло переизбрать председателя. Создателем в округе отделения организации, руководителем и идейным вдохновителем все эти годы была Людмила Лернер. Лидер общественного мнения, член общественной палаты Ленинского городского округа. Единогласным решением было принято продлить ее полномочия еще на 2 года. Также проголосовали и за переизбрание заместителя председателя. Благодарна коллегам, что они продлили мои полномочия и продлили полномочия заместителей, это Вороневич Светлана Николаевна, Валуева Алексея Юрьевича. Они также остаются на 2 года заместителями руководителем, но я остаюсь руководителем отделения. В рамках заседания почетными грамотами по итогам года были награждены самые активные и трудолюбивые члены ассоциации.